решительно просим вас удалиться со льда. В целях вашей безопасности. Надо же снасть собрать. Вышли на рыбалку с риском для жизни. В ходе рейда специалисты проверили реку Нерли и Нижний пруд между Боголюбово и селом Новым. На обоих водных объектах силами местной администрации установлены аншлаги об опасности выхода на первый лед. Однако рыбаки предпочли их не замечать и решили, что двух морозных ночей достаточно, чтобы выйти на зимнюю рыбалку. Однако специалисты МЧС говорят, этого недостаточно. На данный момент толщина льда недостаточно для выхода на лед. Безопасная толщина льда начинается от 7 сантиметров и более. С рыбаками были проведены профилактические беседы, распространены листовки. Рыбакам напомнили о правилах безопасности на тонком льду и посоветовали дождаться установления более крепкого льда и ловить рыбу там, где отсутствуют аншлаги, запрещающие выход на лед. К слову, за охоту в запрещенных местах рыбаки могут поплатиться рублем. За такое нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 800 до 4000 рублей. Профилактическая работа сейчас продолжается. Напомню, с 15 ноября в регионе стартовал месячник безопасности людей на водных объектах.